Нифига не распогодилось. Я тебя не снимаю, не переживай. Мы сидим в холоде. Да, бензин кончился. Почти что сейчас осталось еще. Но мало тепла. Надо ехать всем вместе вниз за бензином. Я предлагаю все собрать тогда. Да. Чё? Чтобы уже приехали. Да. Ничего нет. Все собрать, убрать, прицеп, закрыть. Ну давайте еще. Прицеп не стыдно. Да, сейчас 6 часов. А 7. 6 часов. Я такая топлю, какие 6. Блин, я думала, хотя бы утром рассосется. Сайлент Хилл гребаный, как выезжать, а? Все, собрали, осталась одна палатка. Сейчас за бензом съездим. Мы в поисках дороги. Ой, правда, ничего не видно. Давай, давай, ну чё ты встала, ну ё-моё. Шкура, конечно, у тебя красивая, но... Но... Может, посигналить? Сейчас горы, поедем туда, по УАЗикам прокатимся, в кафешку в эту посмотрим, что он скажет, вытянет у нас, не вытянет. Uh-huh. Если да, то цепляемся паровозиком. Погнали. А ты не хочешь еще остаться?
А Настя? Всей этой красоты звездной, но было просто нереально красиво. Пять утра. Ну, наконец! Наконец-таки! Неужели мы дождались солнца? Быстрее, быстрее приехали, чтобы увидеть и заснять Эльбрус. Иди.
завтрак. Вот нас затаскивали, а сейчас мы сами заехали. Солнце вышло, чутка подсушило, мы своими силами пытаемся выехать. Первый сложный подъем уже взят, первый бастион. Осталось еще чутка. Вот и выехали мы сами. Приспокойненько. Страху было. Трактор назвать. Норм. Вот мы решили на самомойке машинку помыть, чтобы грязными не ехать. Столько грязища с нее вышло. Просто ужас какой-то.